Всем привет, друзья, это канал Мусани. В работе у нас Kia Cerato. Автомобиль приехал к нам сделать, вернее, обработать днище. Днище мы уже обработали. Обрабатываем только непосредственно сам кузов. Все силовые рабочие агрегаты мы не трогаем. Максимально все. Весь этот у нас полимер наносим. Толщина его достигает 4 мм. Это у нас задняя часть. Само днище. Также данный компонент служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас соберем пластик, опустим автомобиль и дадим отстояться около 3 часов. Только лишь после этого автомобилем можно пользоваться. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!